Всем привет, дорогие друзья, и снова у нас фрагменты жизни. Мы сегодня, ну точнее вчера, ну для вас это уже позавчера, собрались сразу же после дрейков сходить за вивернами, чтобы и Толя не скучал, он же так хотел виверну, и нам тоже было нормально с ледяными вивернами. Ну что ж, сегодня вы увидите фрагмент, как мы воровали яйца виверн. Хочу сказать то, что в итоге с карты Волгуера ни одно яичко не переместилось. Оно перемещается только с Рагнарёка. Не повторяйте наших ошибок. Ну а сегодня вы увидите, как я на сове ворую яйца виверн. Ну что ж, приятного просмотра. Только есть эти. Как их там? Пурлови. Пурлови в зимнем? А, да, точно. Так. Еще давай. Мы уже близко. Вот, тут даже хватать начало. Да-да-да. Отлично. Красиво. Сейчас оно где-то здесь рядом. Монага? Да, ты не знал. Тут монага есть? Да. Тут монаги есть в нового Вьеры. А зачем ты дерешься? Я ж сижу. Ты давай не дерись, а то по мне тоже дамаг будет проходить. Я не знал то, что на Волге есть монаги. Чё за дичь? Это что такое? Охренели, что ли? Я пока по карте тут смотрю. Пока не вижу, но оно в этом углу должно быть. Желательно попрыгать тебе еще подумать. Сейчас. Ты матрас себе делал? Не. Голем, ты видел, он даже это. Белый. Не борись ты ни с кем. Чё-то не пойму. Посмотришь? Да я... А, этот... Да тут синее седло на этого... Давай, садись, волки! Сел. Синее седло на диплодока. Прыгай уже, а не дерись. Это вот расщелина, даже не знаю, где тут рядом. Может, да и я попробую поводить? Не понял, что на карте не отображается. Кто мы? А потому что ты под пальцем. А, под пальцем? Да. Не, ну это явно что-то не в те стороны идем. Надо, чтоб я, наверное, сейчас поводил. Немножко. Че, даешь поводить, что ли? Хочешь? Давай. Давай. Да ё-моё, хорош ходить ты. И так страшно, что свалюсь. Сейчас слезай. Так. Ну ладно, посмотрим примерно. Если так, там ничего особого не вижу. Или там есть, или это... А, это текстура. Так, кончилась энергия. Не, ну оно где-то здесь. Так. Ага. Там озеро. Интересно. А чё он вообще? Волки прыгают сюда. Да, я понял.
Не, ну это, конечно, интересно. Если она на карте не отображается. Не, ну давай еще повозим. Да ё-моё. Да кого это? Ой, носорог! Пока тогда это... Не, ну ты посмотри. Вот это оно? Думаю, оно. Вишь ты, смотри, тут какие заморочки-то. Интересно. Ну что за... Так, что это за дверь? Еще лучше, смотри, тут, кажись, надо проходить. Не, я сейчас, конечно, посмотрю, что там. Давай посмотрим. Че это такое вообще? Она ж... О, тут эта записка, кажись, нет? Отправляемся на экскурсию? Если это записка, это классно. Она... А, это показалось, это не записка. Слушай, интересно. О, артефакт нашли, ни хрена себе. О, бери второй. Артефакт нашли. А там маната стоит на нейтрале. А это что, все что ли? База стоит там сверху. С кучей монах. Так. Так это, мы подойдем к ущелью или что? Не знаю. Попробуй подойти к ущелью-то. Соволен мне это. Сейчас. На них, наверное, не настолько. Он в Монаре сидят, видишь? Нет. Вижу только, который... Только мой. Так зачем туда-то? Нам надо 10 на 70, нам туда... Да я понял. Нам туда вообще не надо, зачем ты туда идешь? А, это просто... Че? Зависшая монага. Тебе что, показалось? Ну, мне показался целый ряд их. Пипец, Вован. Да вон тебе вперед осталось пару шажков сделать. Вон они летают. Да, летают. Так ты не одна, я думал, тут парочка будет, тут целая куча их. А ты что думал? Я сел в сову. Это какой-то уровень. Надо посмотреть. 55-й. А ну проверим. Да. Заморозится она. Проверь. Замораживается, да? Ну ненадолго, и ты и по нулю наносишь. Да. Да это, вон это ущелье, я его уже вижу. Че, серьезно по нулю что? Ну ты по нулю на даль. Надо поближе. Там не по 12 находит. Отлично. Так, ты давай поближе к этому гнезду, я сейчас уже воровать буду. Тут, кстати, в нем никого и нет. А, нашел. 4000 урона. Увидел виверну. А, тепловизором кусается собака. Что, виверна? Да, можешь помочь. Одеты. Да? А вот вижу. Заморозил, вали.
Валю. Да, она что-то особо и не надамаживает. Она вообще не надамаживает, я так скажу. Она, она мне снесла... Блин, я сейчас грохнулся немножко, ну ладно. Она мне снесла 200 хп. Что-то по сове она так себе била. Да кто меня опять бьет? Заколебали. Это что за дичь? Слышь, Вован, меня кто-то хреначит. Где? Не вижу. Не знаю. А, так это сова рядом с тобой летает же. Кто летит? Вот она. А чё уже это? Сдохла. А чё ты ее ко мне подпустил-то? Так, ладно, дай. А, точно, я ж самохил. Да чё ты там кидаешь своим булыжником? Засунь их в жопу. Кидается он там. Яйца хреновые, вот что жалко. Я, конечно... Да, ё-моё, я, конечно, могу попробовать пролететь раньше, дальше. Давай попробую дальше пролететь. Так-то она затормаживает хорошо. Попробую дальше, окей. Летает сова как грифон. Да. Фуфел какой-то вообще. Кто фуфел? Да, это... Наносит голему. Я тут пока лазю. Аккуратненько. Да что-то особо и нет. Ну он какое-то яичко. 20-е и 45-е. Давай пока эти возьмем. Бери. Чтоб новые резнулись, если резнутся. Так. А где 45-е-то лежало? Ты там это. Будь ближе к выходу. Сейчас. О, сотая, нашел сотая. Я ближе к выходу, понял, да? Анатолий. Ой, Вован, сори. Да. Я привык просто, Анатолий, блин, тоже он. Так, ты у выхода, да, ближе? Да. Ну как, мы залетали, мы? Да, здесь. Готовься это, меня спасать. Я беру сотые. Взял. Бери. Лечу. Давай. Помогай. За тобой никто не гонится. В смысле? Одна только. А ты где сам? Ой, чуть не упал. Долго она гнаться-то будет? Она отвяла или нет? Да. Отвяла? Да. А, ты переагрил. Окей, у нас есть сотое яйцо. Поздравляю. Че там за вон ханали у тебя? Я тебя, если че, отхилю. Да, я понял. Сейчас тебе придется яйца передавать, а то у меня в персонаже перевес. Вот, он красный луч спускается, нифига себе. Угу. Давай еще раз пробуем. Давай, бери. Смотри, есть ли тут что новое.
20-е это старое. Ладно, пока хрен с этим 20-м. Я как понимаю, тут все не хуже воровали. Если забирай выки. Что да? Вместо них там что-то другое было. Да я захотел дальше сейчас пролететь. Пока не видит. Опасно, конечно. Так, тут нет ничего. Ты чё, дура, что ли? Прямо в этой... Вхреначилась в елку и остановилась. А, ты туда тоже пошел вперед. Морозишь там, я чё-то слышу. Через текстуры. А, я дамажит, а? В натуре, вот у меня так же было. А, так там конец. Ничего там нет. О, так, блин, только нашел новое яйцо, и меня тут начала, блин. Я, вот, я тебя видел я сейчас. Вижу. Че, убил? Да. А еще есть? А, ты тут тогда сиди, я вон в тому гнезду. Угу. Охренеть их тут. Сейчас эта орда полетит. 90-е яйцо. Давай. Давай. Бегу. Беги. Аж три штуки. Сейчас их отморожу. Отморозь. Ой, еще одна за мной летит от Агрю. Да ладно, я тут справлюсь с ними. Да, на меня летит. А. Отагрить надо, придется. Весело, что-то так вообще на расслабоне как-то. Это не то, что в ущелье Дрейк. Ну да. Там у них как-то опаснее было. Нин, ты можешь сделать, а я не буду. Сейчас слетаю туда. Или пока не надо. Эй, чё слезли? Полезная сова, круче грифона. Ну да. Нет, опа, сверху летает. А я опять сюда залечу. 50-е. Брать 50-е. Бери, отдавай. А, прикрывай. А никого нет, садись рядом. Никого. О, летит, нет. Летит одна. Летит. О, он еще там спереди какая-то. А они что, слабые, что ли? Наверное. Не, вау. А вот это вот, а вот это вот уже опасно. Так, ну-ка. Все в меня целится, прикинь. А ты что там делаешь? А ты сам-то где? Я сверху тебя. Зачем сверху меня быть, когда я под тобой? О. Ну, правильно. Я пока отойти не могу, у меня заморозка. Так, все, улетаю. Или уже не надо? Уже не надо. Серьезно? Надо похилиться мне что-то даже самому.
Блин, не, ну на самом деле обычная виверна, мне кажется, страшнее была бы. На себе уровень держала. Обычная была бы страшнее по-любому. Это как-то слабо. То, что не могут сову сожрать, у которой всего лишь-то 5000. Или мне показалось, то, что слабо. Это слабенькие, они даже не дома. Да хрен он знает. Короче, без разницы, каких виверн то ли надо виву. Будет ему вива, да всем сейчас будет. Так, ладно. Сейчас попробую еще какую-нибудь своровать. Давай. Что-то уже как у себя дома. Тут летаю вообще пофиг. Плевал я на всех, называется. Ты главу не упади. Я прям над ней пролетел так. Что? А если вот туда ниже, вовнутрь залететь, там ничего нет? Там если ниже вовнутрь идти, там это... Там ущелья с огненными. А, вот оно что. Только от огненных вот как раз таки смотаться сложнее, потому что это огненные. Надо проверить. Надо проверить. Она же дамажит только живку, наездника нет. Только живку. Так, тут 20-е лежит, сейчас еще посмотрим. Двадцать пятое. Какашки. А, вон там дальше проход в это, в огненное-то. Только тут жарко становится. Туда? От входа дальше не... Ну тут входа это, стороны. Считай, конец этой. Конец... самой фигни всей этой. И тут вот в конце ущелья там проход такой огненный, и там жарко сразу становится. Угу. Че, увидел что ли? Ну я зашел в ущелье туда. Сейчас я тебе записку хочешь, бери. Ладно, давай записку возьму. Вот, вот. Забрал на Богомола. Погнали. Только оно у меня что-то не активировалось. У меня не активировалось. Давай сюда. Я тепловизор включил, я всю фигню вижу. Которой тут нет вроде. Дальше, дальше. Вот тут. Я туда вниз, но туда уже я не пойду. Тапнуть в лаву. Окей, вот ты что задумал. Иди. Они там вон летают. Че, че, ты гарантируешь, что ты всех заморозишь? А хрен его знает. Че-то страшно. Давай я тебе ледяное положу. Кидай. Если че, это... беги. Во, воры, а. Вчера Дрейков, сегодня Виверн. Чё-то про... Опа! Не зря FPS просело, как предчувствовал. А чё за мной-то? Ну, скотина. Чё, к тебе лететь? Ну, типа да. Давай попробую. А вот это вот больней кусается, прям ощущается. Какого уровня-то хоть машина это летает? Ахрен его знает, не вижу.
чё, рофлит? Сейчас сдохнет. Точно? Только где она? А, вот она. Блин, что меня скинула? Ну, что ты сделал? А, блин, а нахрена ты ко мне-то подошел? Я наоборот тут это... Так, дай я заморожусь. Все. Я ее хилю, что ли? Да! 160-я. Ничего себе машина. Да я отхилюсь. У меня хилька, ты что же? Ага, охренеть. Снесла 3000. Две, 300. Охренеть, вот это уже серьезное. Значит, яйцо ее где-то там. Это опасно было. Ну, она резко что-то выскочила. Да, я что-то смотрю, FPS просел, такой, что-то странное. Да, она, о, они, еще одна. Они рофлят. Именно когда стамины нет, да? Сейчас. Ой, ладно, я тикаю. Тикай. Попробую. Ай. Да ай. Иди в жопу. Давай. Слушай, что-то ущелье с огненными звучит поопасней. Где она делась? Она за мной, кажется, летает. А, спусти её вниз. Я уже наружу вылетел. Все, сдохла. Кто она? Да. Ты ее убил? Да. Сейчас вернусь. Пипец какой-то. Отхилиться надо. Точнее, сейчас стамину отрегиню и тебя отхилю тоже. Блин, нифига себе жестко. Ну что так жестко-то? Сейчас я вот вниз лечу. Угу. Сейчас там это голем опять. Задолбал. В ущелье сейчас залечу, начну тебя хилить. А что это такое? Тут червь смерти бродит. Червь смерти. По 105 наносит урона, ни хрена себе. Он сразу и сдох. Че он? Сдох сразу. Я думал, он дамажный. Давай сюда, в эту, в дыру. В дыру проблем. Если че, у тебя на нейтрале стоит. У меня да. Может, лучше снять его? Кого его? С нейтралки. Наверное. Бо, блин, главу ляпнется, если наездка. Ну, наверное, лучше снять. Еще сова не дохилилась, надо дохилять. Это, конечно, так смешно, типа я в домике, когда заморозился и хилюсь. Имбовая сова. Самое главное, урон наносится, и я еще в это время хилюсь. И я ее вообще заморозил. Да. А там вроде когда сова приземляется резко на землю, она же замораживает, да, всех? Ну, наносит удар, да, и замораживает. Ладно, давай, пошла она, жара. Ну-ка, сейчас попробую. А вот так, да? Бомбочка, падаешь. Блин, а воды-то нет? У меня мне есть. Надо воды, надо. Да чё ты, встань ты уже на место. На. У
Ага. Тут, кстати, 30 FPS. У меня 60. Да ты красавчик, у тебя видях получше. Даже 70. Так, ну окей, что нас там ждет внизу, давай. Сейчас опять выскочит резко. Так, тепловизор, чтоб никаких резкостей. Блин, интересно, тут гамму что ли надо подрубать, да, даже с гаммой идти. Че так жестко-то? Так, тут пустое. Блин, слушай, тут стрёмно. Вон там летает одна. Да я вижу. А какого уровня она? Охрена. 20-я. 20-я, 20-ка. Я нашел яичко. 85-е яичко. Ну хоть какое. Ну давай, рискну. Сейчас, если что, мне будет больно, поэтому готовься встречать. Угу. Морозу, а ты вали. Да. Давай, вали, блюди к тебе уже. А. Ну я хотя бы адский разгон набрал. Че, я правильно лечу? А я правильно лечу? Вверх, вверх, вверх надо. Да я вверх лечу. О, правильно, правильно. Адский разгон. Давай, гаси. Да. Это одна? Да, вторую заморозил. Да она догоняет. Ни хрена их тут. Вылетает сюда. Я не понимаю даже, куда я лечу-то. Вниз, вниз. Осторожно, там лава. Вован. Да. Спасай. Тут еще ледяная. А откуда тут ледяная-то? Сейчас я присяду в Вован и попробую. Давай, 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 давай. Отхилиться. Хилиться, хилиться. Она не. Ей не дают. Так, одна ушла. Сова еле терпит. Так, все. Хреначу. Хилку хреначу, спасай. Спасай, спасай. Помоги. Все, все. Вау. Как больно-то. Это жесть. Откуда тут еще ледяная-то взялась, о боже. Охренеть. Это было очень жестко. Не, знаешь, они еще не дают начать хилиться, они кусают, а она не может это лапы сложить. Да, не может, они не дают. Блин, охренеть жестко. Ну хоть сова имбовая хилиться может. Жестко. Че так жестко-то? Че? А стоп, оно че, просрочка была? Классно. Наверное. Его нету в инвентаре. Его нету. Кажись, просрочка, пипец. Ну, пошли тогда на ледяную. Опять на ледяную? Ладно, понеслась. Сейчас будет жестко. Веди меня. Они что-то не отложили ничего. Че тебе? Да? Да. Ну, если что, веди на меня, говорю. Ага. Так, ну, 20-е, блин, лежит только. А внизу 25-е, да? Ну да, конечно, говняная 25-е. Кажись, на сегодня заканчиваем, наверное, с ними. О, тут радуга. Ну? Чё? Наверху радуга. Еще сюда слетаю. Тут что-то особо нет. Или нам надо, наверное, просто заново сюда прийти, не знаю. О, нашел новое яйцо.
А 20-е. Не, ну давай дерьмо 20-е возьму, ладно. Взял. Где мой ад? О, уже за километр ко мне летит. Так, спускайся вниз. Куда ты не туда полетел? Да я знаю. Залетай в эту твою дырку. Да в дырку они за мной полетят, мне проще всего пикировать. Дразнить их. Они же догнать не могут. Так, они меня дамажат через... Я их не могу. А. Вау! Вылазь. Да я-то... Ай-яй-яй. Не, ну... Слышь, я дышу еще. Я горю и дышу. Ты сел? Сейчас меня еще один удар, и мне жопа. А где ты? Я тебя не вижу. Я от тебя убежал, дерись. Сови, позови с собой. Охренеть. Ой-ой-ой. Спаси, еще одна летит. О, охренеть. Где ты? Я... Да вон я в это... Забрал сову? Да. Я, а. Так, я сейчас такое пережил. Это что-то. Не выживал в лаве. Я в лаве поплавал. Ты можешь это понять? Это пипец. Надо тут и самому похилиться. И сову похилить. Тут все похилить надо. Это ж пипец. Поймала. Ау. Да не надо меня ловить. Отстань. Да не можешь ты меня догонять. Да, переложили яйцо, называется. Да не надо опять в лаву. Не, ну ты прикинь. Опять черканул. Кинься сразу. Опять черканул. Вот опять по лаве черканул, как так? Не, да, не, просто пора прекращать так пикировать низко. Она, когда замораживает, она у тебя этот теряется. У меня теряется скорость, и я не могу пикировать. О, аж это блевануло. Так, ладно. Ну как я там слез, когда прям нырнул? А, наверное, лава, это как вода посчиталась, вот я и вылез. Так, я на желудочку наверх. Ага. Ладно, давай, последнее яйцо на сегодня. Что-то тут вообще потемнело. 20-е, давай. Последнее. А ты включи гамму. Так, включено. Так, ладно, все, тащу 20-е и валим. Давай. Две, три, четыре. Так ты точно уверен, что валить не будем? Я пока стекаю. Я надеюсь, то, что ты уже подписался на канал, поставил лайк. Мне очень приятно то, что вы поставили лайки под прошлым видео, то, что стали подписываться на канал. Спасибо вам большое за это. Всем удачи и всем пока.